Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. И сегодня я предлагаю вам нарисовать вот такой интересный пряник. Пряник будет хорош для тортика детского. То есть, видите, он у меня на палочке. Вот мы рисуем такую малышку в лепестках. И давайте приступим. Пряничек я заранее испекла и покрыла его белым красителем. Рисунок перенесла с помощью копирки. Цвета, которые я подготовила, это белый, бежевый, нежно-розовый и вот такой сиреневый для цветочка. Консистенция пайпинг. Топпер будет очень хорош для детских тортиков. Такие очень хорошо идут на заказы. Поэтому давайте приступим. Начнем мы с серединки цветочка. Аккуратно заливаем. Детальки довольно-таки мелкие, мельче, вот если, допустим, мельче размер самого пряника, я не рекомендую, потому что будет очень сложно. Итак, детальки очень мелкие, здесь у меня 12 сантиметров пряник, все равно довольно-таки мелко и трудоемко. Так, дальше. Поэтапно заливаем лепестки. Пряничек тоже очень простой, то есть справится даже новичок. Специально показываю очень медленно. Если какие-то неровности, поправляем палочкой или тоненькой кисточкой. И дальше заливаем лепесточки через один, то есть один залили, следующий пропустили, следующий залили. Ждем, когда они схватятся, и заливаем остальные. Для удобства я всегда провожу контур и после этого заливаем. Колебательными движениями носиком разравниваем айсинг. Я подсушила в духовке 5 минут пряник, чтобы лепесточки схватились, и могу работать дальше. Заливаю остальные.
Далее приступим к самой малышке. Сначала заливаем шейку, голову в последнюю очередь, потому что она должна как бы выступать, то есть она не должна быть вдавлена назад. Она должна выступать как бы чуть-чуть вперед визуально. И заливаем детальки, которые дальше от нас, допустим, ножка, ступня. Так, можем залить трусики. Вот так. Ждем, когда детальки схватятся, и продолжаем дальше. Дальше мы заливаем вот эту часть ножки, которая дальше от нас. Заливаем ручку. Далее, где плечо, немножко добавим объема. И вот здесь я слегка добавила рельефы. Дальше опять немножко подождала, пока детальки схватились, и продолжаю. Так, здесь вот такой момент. Смотрите, сначала мы рисуем часть спины и оставляем на какое-то время, чтобы чуть-чуть подсохло. В это время мы пока нарисуем ножку. Так. И теперь продолжаем рисовать руку, заливать, но так, чтобы она не соприкасалась с частью спины. Так, ушки. Давайте серединку бантика зальем сейчас, чтобы она подсыхала. Так, и смотрите, я начинаю заливать руку. И как бы не дохожу до самого тела девочки. То есть тут должен быть переход между ручкой и телом девочки. Вот таким образом. Мы потом еще прорисуем контуры, и это будет более четко видно. Вот так. Дальше. Теперь мы можем залить голову. Проводим контуры. И нашим привычным способом, колебательными движениями,
заливаем, разравниваем наш айсинг. После того, как голова подсохла, мы заливаем глазки и оставшиеся части бантика. И оставляем наш пряничек до полного высыхания. Приступаем к отрисовке нашего пряника. Первым делом я беру коричневый, смешав слегка с белым, и наношу вот такие мазки в некоторых местах. То есть в нижней части получается лица, задняя и... Ну, то есть нога и рука, которые на отдалении, и нижняя часть передней ножки, которая на переднем плане. Затем влажной кисточкой я вот так все растушевываю. Теперь здесь у меня интенсивный синий. Для плотности цвета всегда смешиваем его с белым и закрашиваем вот эту часть глазика. Аналогично рисуем второй. Дальше. Ярко-фиолетовым я наношу по цветочку вот такие мазки. В некоторых местах, то есть смотрите на картинку, где видите
Темные места наносите фиолетовый, где видите светлые, наносите белый. Всегда сверяйтесь с картинкой, потому что на картинке всегда есть все ответы, где и как, что нужно затонировать. И белым красителем я это все растушевываю вот таким образом. Вот где-то темнее, где-то светлее. Так, синий цвет на глазках у нас подсох. Мы можем вот так оставить место для бликов и закрасить оставшую часть глазика черным. Затем аккуратно тонкой кисточкой проводим контур вокруг глазика, тоненько-тоненько и осторожно. В верхней части века делаем более интенсивный черный. Точно так же, как мы делали в предыдущем уроке. Так, и вот такими аккуратными движениями прорисуем реснички. Вот так. Вот уже наш пряничек приобретает красоту. Так, брови. Брови мы нарисуем в цвет волос. Сейчас мы их пока не трогаем. Нарисуем аккуратно носик. Если страшно сразу кисточкой рисовать, наметьте карандашом и после этого обведите тоненькой кисточкой. Дальше. Белым красителем я высветляю синий цвет, то есть прохожусь белым по синему. Синий, конечно же, белый поглотит, и нам у нас получится такой вот красивый оттенок глаз.
Дальше коричневый я смешиваю с белым, но делаю довольно-таки яркий такой цвет. И аккуратно прокрашиваю широкой кисточкой волосы. Так. Аккуратно вокруг бантика. Так, таким же цветом нарисуем бровки в тон волос. Так, ярко-фиолетовым я сейчас проведу контуры на цветке. Вот таким образом по краешкам, чтобы выделить лепестки. Так, дальше черным тоненькой кисточкой, черным красителем проводим контуры тела малышки. Вот таким образом я нарисую пальчики. Очень аккуратно. Так. Так, здесь на трусиках такая у нее рюша, и поверху тоже так условно нарисуем. Дальше черным вот так проведем контуры по волосам и нарисуем выбивающиеся прядки вот таким образом. И немножко штрихов по волосам. Потом еще добавим беленького. Так. И с этой стороны прям на прянике. То есть эти волосинки торчат. Вот так. Здесь маленький хвостик. Дальше по краю синего цвета, по краю радужной оболочки глаза мы проведем черный контур. Слегка затонируем бантик. Просто я добавила чуть-чуть розового, чтобы он был более яркий. И доработаем серединку цветка.
Так, здесь проведем такие вот линии. Это у нас будут такие тычинки. Мы потом поставим белые точечки. Вот таким образом. Дальше. Вот так слегка условно прорисуем ушки, чтобы было понятно. И немножко оформим бантик. Проведем контуры. И нарисуем вот такие полосочки. Это как бы складочки на бантике. Дальше. Вокруг серединки цветка мы проставим вот такие белые точечки базовым айсингом. И дорисуем тычинки. Блики мы тоже проставим айсингом. Можно нарисовать белым красителем, можно проставить айсингом. Это тоже как один из способов. И нарисуем сережки. Поставим просто маленькие точечки. Так, и белым красителем, то есть нарисуем вот такие полосочки на волосах. Это придаст им естественность. Немножко проставим блики на теле девочки, вот здесь на ножках, на ручках. Опять же, смотрите на картинку, там все это видно. И вот здесь. Белым красителем проведем вот такие мелкие полосочки по радужной оболочке глаза. Вот так, вот так. Все, вот такая красота у нас получилась. Рисуйте и радуйте своих заказчиков.